Блин, ну все, все, зажал. Окей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dark Dragon, King on Fire, Серега, Рома, Желудь, хотел сказать. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, кемлечки. У нас сегодня Гаррис Мод и карта пиццерия Фредди ФНАФ 1 и режим маньяка. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Убили. Убили одного уже? Да. О, ребят, ну что, два маньяка. А что, мы так и будем, Серега, шкериться? О, Серега, прощай. Он тебя может ударить. Ну я же сказал тебе, да, Серега. Ну ты раньше не мог сказать. Прыгать не забывай, и контур можно. А, вот он бегает, он не достал. Сережа! Да. А ты же маньяк, да, уже конченый? Да, я конченый психопат-маньяк. Я вижу тебя, говнюк. Ты такой. Вить, Вить. О, да как? Это по-честному? Да. Господи, я как конченый. Блин, а кто остался еще живой? Такой же, так и мы. Не, Серега. И мы сейчас переиграем раунд, ну то есть будет еще второй у нас дуэль. И все. Подожди, будет по-другому. Мы еще не всех замочили. Ну я знаю, двое. Я же смотрю, кого мы еще не убили. Убейте Фредди, и там внизу Мортилес бегает. Вот, отлично, можно с контраром прыгать, мне это нравится. Я еще жив. Ой, калитка, чат. Так, ты жив, да? Да. Серега, ну что, ты его не можешь убить, что ли? Я на крыше вообще-то за ними лезу. Они на крыше, что ли? Да, два. А, так давай, скидывай, я буду тут внизу ждать, чекать их. Я вижу. О, ты идешь к одному. Не забывай, можно в воздухе ударить. Так, а вопрос, а как вы туда залезли? А вот там с контру, Серег, с контру. Да, можно, можно. Ну, Серега, ну подумай. Нажимают, контру нет. О, я сейчас, короче, за невидимку залезу к ним, смотри. Так, сейчас я буду паркурить. Ребята, ну что, вы готовы умереть? Ну что, я до Фредди добрался. Твои последние слова. Конечно, понты дороже денег. Ну прикольно замочили. Давай этого теперь подлеца. Рома руфером стал. Прикольно, мне нравится, как он упал и ноги сломал себе. И что, мы всех убили, что ли? Не, вот, мор. Вижу, вижу, вижу. Так, окружаем его, я бегу с этой стороны. Пока миссия у нас, ребята, отлично. Я люблю такие веселья. Это прикольно. Тупо Фредди взял, прыгнул и сдох. Не, ну его же задамажили, видимо, кусочек жизни отняли уже. Да, я его задамажил, у него там 7 хп. А где он? Он прыгнул. А что, подожди, он же был. В пиццерию забежал. А, хитрец. Хорошо. Поганься. А нельзя спринтить? Чё нельзя? Можно. Ну ты же проиграл как-то, чё ж ты не спринтил-то? Я King of Fire нашёл, это самый тихий здесь человек, Чилипиздрик был. А-а-а, вот так. Ещё один был. Не, ну прикольно, чё, мы думали, что один остался, их двое было, да? Да. Вот. А прикинь, сейчас еще кто-то сидит, шкерится, молчит. Да не, вроде бы все. Вот этот бегает, Рик. Санчес. Эй, я тебя сейчас замочу. Придурок. Я его сейчас попытаюсь подловить. О, я могу бы не хопить. Смотрите, какая... Ребята, с прыжком вообще быстро. Попробуй, Серега. Я знаю. О, ты уже теперь не уйдешь от нас. Ну что, пацаны, давайте с пробельчиком. Смотрите, как коняка. И что, озвучка такая копыт. Это прикольно, все так скачут. Давайте, пацаны, в другую сторону окружайте. Ах ты, подлец. Бей, бей, есть! Молодец, Dark Dragon, молодец. Ну что, всех убили, правильно? Да. Ну что, Куджи, ты взял Манчичеллу? Да. Кто первый проиграет, тот конченый лох. И Дима погибает. А погоди, ХП надо всем выставить, вот. О, да, да ты правильно, смотри. Его. Молодец, всё. Серега, что заметил. А так... мне-то за что? А рука говнее тебе. И все, сидим. Сиди молча с 25 хп, мы тебя ж бить не будем. А вот он, Куджи. Да я вижу, вот он ходит, этот неадекватный человек.
маньяк, психопат. Не-не-не, когда он стоит невидимым, мне это не интересно. 30 секунд. Да не, он же когда... пока дойдет, я постарею, блин. А маньяка можно убить же. Серега, ты опять на крыше тусуешься? Да, ты чё? Я тоже да. На крыше. Дима, привет. Хочешь к нам присоединиться в пати троём? А где вы там? По-любому мы все сдохнем, Дима. Не, вы не умрете, потому что Куиджо не умеет играть вообще за маньячелу. Да Халфейн тоже не умел играть, вот и в итоге всех убил, молодец он. Не, ну он наверное, умеха, а этот, наверное, не сильный. А, он может ударить же на расстояние, я забыл. Надо вот так стоять, прямо на уголочку. И, прощай. Минус 10 хп, отлично. Ты дурак, что ли? Ой, блин, 15 хп тоже осталось. Ну ничего. Я буду здесь стоять. Ну что, он идет за пацанами. Посмотрим, как пацаны проигрывают. А, вот. А вот маньяк. Давай, вот давай. Маньяк, покажи. Давай, прыгай, 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 прыгай. Я верю, у тебя получится. Занимаемся спортом. Давай, 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 прыгай. У ну, тебя получится. Ты сможешь. Ну же, давай. Тебе надо на Олимпиаду скакалки пойти. Давай, давай, учись. Тренируйся, челепиздрик. Ты можешь да, в воздухе давай. Бить ножом. И Серегу ударить случайно, можно. Хитбокс у него большой, очень занимает. Давай, да, я очень жирный, я жиробат. Давай. Я упал. Ну давай заново. Миша, все фигня, давай по новой. Пацаны, окей. Молодцы, троллите его. Красавчики. Давай, у тебя получится. Я верю. Серега, давай слазь. Ты залез там, где он реально не может залезть. Тут, видишь, не получается. Нельзя. У меня комплексы. Все можно. Он, у него комплекс неполноценности. Помогите ему. А контрпрыжок кому для кого создан был? А, вот оно все. О, залез маньяк, наконец-то. Только у него осталось 15 хп. Ну а что ж, хоть так уже. А нет, 25. Блин, 5 хп. Ё-моё, перепрыгнул бортик. О, давай, маньяк, давай. Давай, я тебя не боюсь. Можешь махать, иди. Иди траву вон покоси, тут растет он газончик, иди. О, давай, 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 давай. Давай, иди сюда, лупаш. Сереж, извини. Давай, хорош, молодчик. Сереж, давай, Сереж, давай, давай. Да. Пацаны, смотрите, давайте сласти, давайте поугараем. Они даже не могут ударить меня. Не смотрю. Сейчас Дима допрыгается, его ударят и убьют. Нет, не... Да, не, они не умеют вообще играть, смотри. О, Серега, ну ты гений. Давайте устроим атомную бомбежку. Не-не-не. Рома, обходит! Красиво, ребята, смотрите. Стою, наблюдаю за Димой, как он мансует. Друг друга убивает. Убийца маньяков. Пацаны, это получается маньяк убил маньяка? Новое видео. Ну вы не можете убить никого, даже я вот тут стою в этом поле 5 на 5 метров, вы меня убить не можете. Ну давай, убей его. Ай, драгон. 25 хп. О, Серега, ты уже тут? Ну ударь в воздухе, ты ударишь Серегу, бей. Бью. Бей в воздухе. Не, ну Серега, ну это было как бы довольно-таки неплохо, мне нравится. Да я поддавался на самом деле, Дим. Ну что, давай, ты убьешь меня, Сережечка? Ты где? Ты где, ты где? Ты где, ты где? Я в том же поле бегаю, вот в этом. Там, не знаю, там 20 на 10 метров поле. О, за баню. О, кузнечики прыгают, кузнечики прыгают, прыг. Ловим кузнечиков. Не, маньяки вообще. Не, ну вообще слабые, да, очень. Ты, маньяк, давай, иди сюда. Слабые. Слабые. Дима. Обходим. Слабые. Рашим. Сережа, ну выжившись. Ты слабо играешь, ребят, очень. Давайте. Смотри. Ну, блин, один стоит, тупит, нифига не делает. Я вообще не знаю, можно его ударить. Ну, можно ему по сраке дать. Можешь вам убить одного. Серега, тяжело, да, попасть, когда вот так бегаешь? Да. Вот, оказывается, не надо было по всей карте. Вот здесь вот. Хорошо, идемте, чтобы было легче.
в здании. Да. Там здесь вы нас убьете. Здесь уже будет по-честному. Ну что, хочу, Серега, предлагаю тебе игра в шашечки. Не в шашечки. Мне хорошо. О, тут можно уже поймать. Я вокруг столов буду бегать. Ребят. Ну давайте, окружайте. Блин, ну о, чуть не убил, чуть не убил. Чуть они стоят, тупят. Нет бы взять окружить. Я не знаю, тебя. Серега, ну почему? Блин, ну все, все, зажал. Кто остался живой? А у меня за это время перестало пикать. А ты где? А я наверху. Рома, Гафайр остался. Ой, тьфу, Гафайр остался. Драгон остался. Кромник. Нифига себе во сколько. Много, это... Тот раунд как-то быстро, да, мы закончили. Пацаны, что надо сделать? Залазят на крышу и делать так, чтобы они скидывались с крыши, и они умрут. У них жизни мало-то. Дима, как ты это... Да я могу сейчас вот так прыгнуть и ударить, смотри. И умер. Ну чё, Дима, как дела? Мортис, как дела? А, ну Рик, ладно. Посмотри назад, серьезно, просто вниз, назад. Красиво, Серега, а меня кого я убил? Драгона? Да, этого подлеца. Все, все-таки допрыгнул туда? Ну конечно, а что он думал, что я конченый рахит? Молочек. Блин. Ну что, кто остался еще у нас? Кром, на парковке. Вижу. Ну все, давай, давай, заходи в здание, не хочешь зайти? Вокруг столов побегать, как я, или сыш? О. Сыкун меня. Хэштег вас все бесконечно сыкло. Серега, это один остался выживший единственный? Да. Да. Всех убили. Ну что, вот эта толпа. Бейте, бейте, бейте и этого. Рашим васаби, рашим васаби. Ах, блин, как же я хочу его ударить и наказать. Смотрите, не можем даже здесь поймать его. Поймаем, поймаем, ребята. Месяца поймаем. Как угорелый. Так, думаем. Наперед, наперед, думайте. Ах ты, блин. Бей, бей, бей. Ну, блин, давай. Ну, давай. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и постоянные ролики. Еще.